Итак, мои хорошие, вот я и накрутила все мои волосы, заняло это буквально у меня 5 минут. Смотрите. Сзади у меня есть как длинные, так и коротенькие. Вот. Сейчас мы подождем с вами, ну, походим, часик, может быть, еще там часик, я думаю, достаточно будет, полтора-два, если есть возможность, и увидим, что будет дальше. Бывают в наборчике разные длины, да, вы сначала, причем крутить, распределите это все по длине. Я, например, люблю, чтобы здесь было накручено, а на концах можно немного, поэтому более длинные я вперед сделала, да, а маленькие назад, чтобы чуть-чуть. Кто любит наоборот, тот лучше. Сейчас в Ашане можно купить такие вот штуки, вообще абсолютно недорого, я их заказывала еще в интернете, когда нигде они не продавались. И лучше заказывать все длинные. Если у вас длинные волосы, заказывайте все длинные. Если короткие, то, конечно, можно средненькие, потому что если вы закажете длинные, вы можете регулировать это, а если вы закажете короткие, то вы уже никак не сделаете себе по всей длине волну. Поэтому на всякий случай лучше берите длинные. И все. Итак, ждем полтора часа. Итак, как вы успели заметить, у меня, оказывается, был выключен свет. Вот я его включила. Так что извиняюсь. Ну что, прошло у нас где-то часик. Посмотрим, что получилось. Ну, у меня, видите, локоны получаются не такие сильно закрученные, потому что, на самом деле, пока я готовилась к этому видео, уже... прошло достаточно времени, что волосы были уже не такие влажные, как должны были быть. Но при этом они, в принципе, достаточно быстро накрутились. Вот так вот взбили немножечко мы наши волосы, и вот что получается: очень естественные кудри, очень естественная укладка, абсолютно без вреда волосам, и очень красиво, на мой взгляд. Так что могу вам сказать: если волосы будут чуть-чуть влажнее, то будет кудря еще более завитиеватая. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, будьте со мной, я расскажу еще интересные способы, как завивать волосы без вреда. С вами была Селена Свей, хорошего Нового года!